Всем привет! Вот вновь хочу показать вам про вот эту штуку. Пускач, автопускач в действии. Машина замерзла. Наверное, не заведется. Сейчас проверим, посмотрим. Вот машина замерзла, скорее всего, не заведется полностью. Разряжается аккумулятор на ней. Сейчас посмотрим, как она заведется или нет. Тут у меня есть такой, вот такая индикация, прикуриватель. Так, показывает вот 11,6, 11,7. Вот, и это уже говорит о том, что она не заведется. Плюс есть вот здесь тоже бортовой компьютер показывает. Сейчас я вот переключаю. Вот 11,4. Так, ну вот попробую завести. Вот зажигание. Вот все. Не схватывает. Не схватывает. Сейчас тогда капот открою, вот, и подключу этот прибор. Так, вот этот пускач, вот здесь вот так вот аккуратно у него складываются крокодилы, вот эти клещи, зажимы, вот достаточно такие мощные. Так, минусовой провод я сразу ставлю, хотя по инструкции написано, что на массу, но я вот сразу подключаю вот на минусовую клемму этого, как его, аккумулятора. И вот красный тоже вот так вот намотан вот здесь. Сейчас я красный подключу. Вот это такая крышечка, так. Надо вот так оттянуть. Вот. И красным вот сюда. Вот сигнал он сразу дает. Этот пускач. Вот. И вот тут такая клавиша. Вот так включить. То есть все, пошел заряд. У него. Значит, вот это у него параметры. Я забыл, какие параметры. А, 1100 ампер пусковой ток. Вот написано. Вот такой вот. Тут фонарь у него есть. Это проверять вольтаж. Вот он показывает на зеленый полностью. Я сейчас подключил, чуть меньше показывает. Когда он клеммы сняты, полный там получается шкал. Здесь вот есть такой прикуриватель. Вот розетка. Можно переходник с флешками ставить, ну, прикуриватель под флешки, под USB разъемы. И вот так вот надо чуть-чуть подождать. Вот подключенный, все, чуть подождать. Вот. И вот если сразу запускать, я сейчас продемонстрирую, то не схватится, то есть надо ждать. То есть вот его смело можно вот так вот оставить здесь. Значит, он не упадет при заведении двигателя. Не падает он. Вот. И вот сразу показывает, сколько здесь вольтаж. Так, вот. Так, еще мало. Вот, 2,1. То есть она не заведется. Вот сейчас, если даже попробовать, вот, завожу. А, завелась, вот, сразу. Сразу. Иногда приходится ждать, кстати. Сразу завелась, вот слышно, как она. И вот иду просто спокойненько, снимаю клемму, раз, раз, два, клемму снимаю и отключу, и отключаю все. И вот так вот его обратно, вот эти вот провода. Просто берусь на место, складываются спокойно. Вот. И все.
Вот я продемонстрировал вам без паузы сразу, как вот он заводится. Вот я прикурился. Так, сейчас. Вот я просто показываю, как складывать эти провода вот сюда. Вот. Надо заехать на сервисный центр, конечно. По гарантии записан, почему аккумулятор высаживается. Ну и все, и забираешь его с собой просто так. Вот. В машину на всякий случай, пока еще не доехал до сервисного центра. Так вот раз, можно в багажник. Он автономный, заряжается от блока питания. Вот, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Сейчас она прогреется, вот уже отогревается. Все, пока.